17 марта 1989 года. Во время раскопок найдена мумия женщины, погребенной около 2600 года до нашей эры. 17 марта 1989 года в египетском городе Гизе неподалеку от пирамиды Хеопса во время археологических раскопок на двухметровой глубине была найдена мумия знатной молодой женщины, предположительно жившей в эпоху Третьей династии. Погребена она была около 2600 года до нашей эры. Некоторое время считалось, что это был один из первых опытов по мумифицированию человека. Археологические раскопки сезона 1997 года англо-американской экспедиции в Иераконполе позволили подтвердить более древние истоки мумифицирования в Египте. Археологи обнаружили несколько неповрежденных женских захоронений. Исследовав сопровождаемый погребение инвентарь, ученые смогли датировать захоронение периодом культуры Накада II примерно 3600 год до нашей эры. Кстати, словом «мюмер» средневековые лекари обозначали специальное лекарство. В средневековье арабские и еврейские торговцы добывали из египетских гробниц древние мумии, разрывали их на небольшие кусочки и продавали как лекарство. Это лекарство можно было найти практически в каждой аптекарской лавке Европы. Также в русском языке закрепился другой вариант употребления этого арабского слова «мумия» названия лекарственной смолы, не связанной с мумиями.